контр-адмирал Честер Кейн. Мэверик. Кейн подъехал к воротам. Еще можно остановиться. Ты знаешь, что с тобой будет, если не подчинишься. А что будет с остальными, если подчинюсь? Гарк Старк, взлету готов. Внимание. Проверка готовности. Двигатель. Двигатели в норме. Тепловизор в норме. Топливо в норме. Электросистемы в норме. Система управления в норме. Старк Старк, говорит вышка. Взлет разрешен. Давай, малышка. Последний взлет. Выхожу за 200. Ускорение до 3,5. Адмирал, вы вовремя, сэр. Я рано, как и вы. Ваше объяснение? Перехожу на гиперзвуковой двигатель. Адмирал Кейн предлагает... Приказывает. Приказывает вернуться на базу. Плох. Слышь. Ас. База. Рейс О. 5.4 и... У нас перебои со связью, сэр. Из-за кривой линии горизонта. Феномен искривления. А может, вы хотите кофе? Ясно. Достиг 7М. Идет к 8. Показатели? Получаем. Все в норме. Температура растет, ускорение стабильно, полный контроль. 8,8М. 8,9. 9М. Самый быстрый человек в мире. Перегрева стекла. Корпус нагревается. Давай, малышка, еще немного. Еще немного. Давай! Да, ковбой, яйца у тебя есть. Этого не отнять. Черт.
Мэверик! Мэверик! Спасибо. А где это я? На земле.